Ну, я вроде как вчера пел. Ну, раз. Почтенная публика просит. Прощай, 20-я квартира и 54-й дом, моя измученная лира не зазвенит, как прежде в нем. Сюда иные сны проникнут, иные зазвучат стихи. Он скоро от меня отвыкнет, сменив обои и замки. Будильник будет врать безбожно и вместо тик пророчить так. Здесь будет женщина, возможно, любить похоже, но не так. На островке большого мира все переменится потом. Прощай, 20-я квартира и 54-й дом. Ну вот пройдет, хотя неважно. Но там определенный срок, и залетит сюда однажды какой-нибудь шальной звонок. Да, слушаю кого? Сережу. Здесь нет таких, нет, я не он. Ошиблись с номером, а может, не так сработал телефон. И тут изменит дому стойкость, и сотрясая этажи, дом крикнет: он здесь был, постойте. Он ждал звонка ее всю жизнь. Он не исчез, он просто вышел. Я знаю, где его искать, но люди это не услышат, и жизнь не повернется вспять. При мне здесь разное бывало. Здесь даже верили вполне, что то, что было, лишь начало, а то, что будет, не конец. Рукой нетрезвого факира испорчен фокус невзначай. Прощай, 20-я квартира. Прощай. Браво. Спасибо.